Просьбы жителей домов по улице Некрасова наконец услышаны. Завершается ремонт 2000 квадратных метров дорожек и тротуаров. В непогоду из-за луж жители не могли пройти к остановочному павильону. Теперь по новому асфальту преодолеть это расстояние будет легко. На выполнение работ затрачено более 1,5 миллиона рублей. В этом году общая сумма ремонтных работ на тротуарах и пешеходных дорожках областного центра составила более 80 миллионов рублей. Особое внимание было уделено подходам к социально значимым объектам – больницам, школам и детским садам. Ремонтные работы по городу будут продолжены, отметил Александр Кузьмичев, пока позволяет погода. В следующем году мы также планируем не уменьшать объемов ремонтных работ на тротуарах города. И порядка 40 тысяч квадратных метров тротуаров будет сделано и в 2015 году. Сегодня готовится проектно-сметная документация на эти виды работ. И, соответственно, значит, работы будут продолжены в следующем году.